Рубцовск уходит в зиму с недоделанной набережной. Благоустроить береговую линию власти города обещали до ноября. Но на сегодняшний день там лишь начали укладывать асфальт. По планам, до конца октября подрядчик должен был расширить парковку для автомобилей, заменить фонари на всей территории, возвести мост через реку Алей и даже завершить озеленение. Правда, пока работы на объекте в начальной стадии. Демонтирован старый асфальт и обрезаны деревья. В администрации нашей, понимаете, есть такой системный строительный кризис. То есть нет, ну представьте, нет ни одного лица в администрации города с высшим строительным образованием производства. Если нет команды, которая занимается этим делом, то даже такой примитивный объект, как вот набережная, уже столько вопросов. Всего на реконструкцию набережной по программе формирования комфортной городской среды выделили 19,5 миллионов рублей.